От железнодорожной станции к городскому округу. Этот путь можно пройти, посетив выставку, посвященную 80-летнему юбилею Химок. История города началась в 1851 году, когда открыли станцию Петербургско-Московской железной дороги «Химская». Сначала здесь жили только железнодорожники, но к началу 20 века население насчитывало уже 1500 человек. Поселок развивался и перерастал территориями в советское время за счет строительства предприятий. На торжественном открытии выставки глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с представителями администрации вручил благодарности всем, кто внес вклад в развитие Химок. Отдать дань уважения тем людям, руками которых строились Химки, это наша первая задача сегодня и на все будущие времена. Потому что вот я в Химках родился, и практически за 70 лет вот на моих глазах все это менялось. Руками вот этих людей, которые перед нами сидят. Также на выставке многие предприятия представили свои достижения. Среди участников – НПО имени Лавочкина, НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, ФК «Химки», Академия гражданской защиты, Театр «Наш дом» и БК «Химки».